У нас очень сильная категория старших. Вот. Что не исполнитель, то ой-ой-ой, блин, держись, мама дорогая. Переживаешь? Ну, не переживать в такой ситуации, конечно, было бы странно. Но, честно говоря, уже как-то все чувства смешались. Ладно, будь как будет. Хорошо. Я желаю тебе удачи. Саша тебя ждет. Отправляйся. Еще раз. Пожалуйста. Простите. Куда? Присаживаться? Конечно. Можем же мы с тобой посидеть и поговорить уже по душам. Ну что ж, Диан, я тебе уже говорил, что я вижу в твоих глазах искреннюю такую искорку. Ты очень открытый, позитивный человек. Мне нужны именно такие люди в финале. Я трусила, честно говоря, все эти годы. Сражаться, бороться, конкурировать. Пришла и не пожалела. Приходите, хватит сидеть в кабаках. Это очень сложный момент. В этом сезоне очень сильные вокалистки. Ну, я старалась. Я старалась сильно. Я, честно говоря, я стояла как голая перед вами, правда. Просто с открытой душой. В других участниках я увидел больше стремления к победе. Я очень не хочу расставаться с тобой. Но придется. Я вынужден сказать тебе нет. Я принимаю ваш ответ. Спасибо. Было здорово, спасибо. Было очень здорово. Спасибо тебе. И удачи. И вам тоже.